Под названием «Троица Сергиева Лавра, Духовный центр России, Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии». Наша сегодняшняя встреча проходит по благословению высокопреосвященнейшего Лонгина, митрополита Саратовского и Вольского, а также при поддержке директора Департамента культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Брызгалова Михаила Аркадьевича и, конечно же, Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки и его генерального директора Владимира Владимировича Лисенко. В обитель веры православной, где тихой речки поворот, в Троице Сергиеву лавру века стекается народ. Особую роль в возрождении русского общества и государства в тяжелое время Золотоордынского ига сыграли монашеские обители. Примерно за столетие, с 1340 по 1440 годы, так называемое Куликовское направление русских людей основало на Руси более 150 монастырей. Как писал в свое время историк Василий Осипович Ключевский, древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества. Стремление покидать мир усиливалось не от того, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Да, это были молитвенники и ходатаи перед Богом за землю русскую. И среди них ярко сияет имя великого светильника нашей церкви – игумена, преподобного Сергия Радонежского. Нужно сказать, что именно его 700-летием был осенен и прошлый 2014 год. Подвигом своей жизни он проповедовал то, что особенно было и остается близким сердцу русского человека – стремление к миру и согласию, доверию и взаимопониманию. Именно поэтому святой старец, как его называли современники, стал воспитателем и собирателем русского национального духа, а созданный им монастырь приобрел значение главной святыни Руси. Как известно, монашеский постриг преподобный воспринял в 1337 году. Этим же годом датируется и появление Троицкого монастыря. Нужно сказать, что тогда же на горе Маковец появилась и знаменитая церковь во имя живоначальной Троицы. За почти 7 веков существование Троицы Сергиевой Лавры, она становилась очень часто оплотом нашей веры. Это было и во времена Золотой Орды, и во времена Смутного времени, и во времена Наполеоновского нашествия, и, конечно же, в годы тяжких испытаний 20 века, века Волкодава. Но Троица Сергиева Лавра выстояла. Ныне Троица Сергиева Лавра – это и монастырь, и Центр богословского образования, но и, конечно же, уникальный историко-архитектурный ансамбль. Поэтому это место паломничества сотен тысяч людей, приезжающих для того, чтобы ощутить эту многовековую духовную традицию. Наша сегодняшняя программа представит вашему вниманию своеобразные музыкальные памятники лаврского зодчества. Сегодня будут звучать и монастырские напевы, и гармонизации знаменного распева. Сегодня будет и церковный обиход, и, конечно же, сочинение духовных композиторов. Нашу программу открыли сочинения, связанные с праздником Святой Троицы. Праздником, который, как известно, отмечается на 50-й день после воскресения Иисуса Христа.
и праздник Пятидесятница. Праздника, который связан с сошествием Духа Святого на апостолов, и праздника, который одновременно вместе с сошествием воспринимается как благословение апостолам на проповедь. Проповедь Слова Божьего и заповедей по всему миру. Нужно сказать, что именно поэтому Троицу считают праздник и в нем основание православной церкви. Нужно сказать, что в последней праздничной службе на Святую Троицу в 2014 году именно в Троице Сергиевой Лавры святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл отметил: «Замечательно, что в Евангелии, который слышим мы за божественной литургией, Господь, обращаясь к слушающим, говорит: „Тот, кто верует в Меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой“. Это дивный образ полноты жизни, проистекающий от каждого человека, кто живет во Святом Духе. Является он ярким и сильным свидетельством миру, что только в Боге, во Христе, в Духе Святом человек обретает полноту жизни для нашего земного бытия и для жизни вечной в Царстве Божьем“. Нашу программу продолжит сочинение, также относящееся к Троицкому циклу. Это сочинение композитора, которого причисляют к золотой эре русского хорового концерта, Степана Аникиновича Дегтярева. Сочинение, в которое вошли две хвалебных стихиры праздника Пятидесятницы и Святой Троицы. И можно сказать, что такое бережное отношение автора к тексту эти стихи в итоге вылилось в уникальную пятичастную форму этого концерта. Итак, Степан Дегтярев, хоровой концерт «Преславная Несть». На сцене архиерейский мужской хор Саратовской митрополии, регент Александр Занурин, помощник регента Виолетта Мальцева, дирижер Александр Занурин. Oh.
Сохранительницей древнерусских традиций певческого искусства. Как известно, певческое искусство лавры соприкасается с московской певческой школой, но лавре принадлежат и ряд своих собственных знаменных распевов. Певческое наследие монастыря передавалось как в устной, так и в письменной традиции. Частично оно сохранилось в рукописях. В XVIII веке основные лаврские напевы вошли в состав рукописного ермологии 1748 года, а в конце века XIX регент лаврского хора архимандрит Аарон издал ермологии нотного пения, содержащие ермосы всего лета по напеву, употребляемого в слой Троицы Сергиевой лавры. В нем отражаются все местные особенности напевов. Прежде всего, нужно сказать, что они касаются тех самых праздничных троицких служб и служб, прославляющим преподобного Сергия. Хранителем, конечно же, певческой традиции лавры является лаврский хор и сводный хор Московской академии и семинарии. Нужно сказать, что почти 50 лет, больше 40 лет руководил этим хором настоящий подвижник, архимандрит Матфей Мармыль. Нужно сказать, что это был по-настоящему уникальный человек, казалось бы, не имеющий музыкального образования. Он сумел из лаврского хора создать коллектив, которому рукоплескали во многих залах. Нужно сказать, что даже его выступления концертные всегда называли не иначе, как священное действие. Он был и остается регентом номер один, несмотря на то, что 5 лет исполнилось этой осенью, как ни стало, Матфея Мармыля. В одном из последних своих интервью он очень проникновенно сказал о том, что значит для него пение. Пение – это призывающая благодать. Господь призывает к покаянию, к вере разными путями. Кого через скорби, болезни, смерть родных. Кого через церковь. Вошел в храм неверующим, а вышел верующим. На богослужении благодать касается сердца человека.
кого через пение, а кого через священническую проповедь. Наша программа продолжит три песнопения вечерние. Архимандрит Матфей Мармыль, предначинательный псалом номер 103. «Благослови душе моя Господа», напев Ипатьевского монастыря. Иеромонах Нафанаил Бачкала, блажен муж, канонар Сергей Маслов и архимандрит Матфей Мармыль, сподобий Господи. Благослови душе моя Господа.
В настоящее время сохраняется обычай исполнения лаврских песнопений, гармонизации иеромонаха Нафанаила, регента Лавры конца XIX – начала XX века. Нужно сказать, что его по-настоящему творческое богослужебное наследие представлено самым различным типом книг. Это и всеночные бдения, и литургии, и молебны, и заупокойные службы. Одно перечисление сейчас заняло достаточно большое количество времени, но вместе с тем, как мало знают о этом удивительном регенте, о Нафанаиле. Нужно сказать, что в свое время это был, конечно же, в миру человек Никита Яковлевич Бочкало, который в свое время в 15 лет убежал из дому и стал послушником сначала Киево-Печерской лавры. Затем он снова вернулся в мир. И на этот раз он поступает в Петербургскую консерваторию, первую тогда в России. И нужно сказать, что с отличием, по сути, заканчивает вокальное отделение и становится певцом. Он выступает в опере и, кстати, устраивается в Панаевский театр. Но кризис жизненный снова приводит его в лоно церкви. И на этот раз это оказывается Троица Сергиева Лавра. Послушание сначала певчего, а затем и он становится помощником регента. Вскоре он принимает монашеский постриг, становится Нафанаилом, и вскоре его отправляют уже в небезызвестную Зосимову пустынь, где появляется удивительный хор. Хор, который, по сути, создает именно он. Слава об этом хоре вскоре доходит до столицы. И вот приезжает один из известных книгопечатников своего времени, Николай Акимович Гаврилов, который, услышав знаменитый четырехголосный обиход Нафанаила, ну, просто испытал такое удовольствие, что предложил это опубликовать. Вскоре о нем начинают говорить и в синодальном училище, ему предлагают обучаться там, чтобы повысить свой профессиональный уровень. И вскоре его уже переводят в Лавру, он становится регентом. Настолько быстрый профессиональный рост связан был с тем, что, конечно же, началась его композиторская деятельность. Он прославился как удивительный гармонизатор тех самых лаврских знаменных напевов. Нужно сказать, что Нафанаил вскоре удостаивается даже чести в 13-м году написать, по-настоящему чести, написать кантату к 300-летию дома Романовых. И эта кантата была исполнена именно в Троице Сергиевой Лавры. Но нужно сказать, что этот пик карьеры в дальнейшем совпал и с тем, что происходило в России. Да, все эти бедовые звоны над Россией раздались и над его собственной судьбой. И вот в 19 году, как известно, лавра была закрыта, обитель была закрыта, и насельники были пущены по благословению Божию. Нужно сказать, что Нафанаил скитался по многим приходам, и нужно сказать, что именно тогда он, собственно говоря, обошел очень много церквей, и одним из последних мест его службы стала церковь Рождества Богородицы в Орехово-Зуево. Именно там на него по навету, равно как и на ряд прихожан, завели уголовное дело. Уголовное дело, в котором он обвинялся в посягательстве на налоговую политику советской власти и, конечно же, разжигание религиозной хвори. Нужно сказать, что, конечно же, это все было ложно и сфабриковано. Через месяц их отпустили. Но отпустили с предписанием. Они были лишены и избирательного права, и права проживания в столичных городах. Вот самое ужасное, что, по сути, это 1930 год, последний, вот с этим делом заведенным, был последним в жизни иеромонаха Нафанаила, потому что, собственно, после этого о нем ничего не известно. Вот такое многоточие. Как говорится, жизнь коротка, искусство вечно, но наследие по-настоящему продолжает жить в веках. Иеромонаха Нафанаила, как здесь не вспомнить одну из знаменитых фраз, совершенное для себя самого вскоре умирает, совершенное на благо других мира обретает бессмертие. Итак, два песнопения утренние. Иеромонах Нафанаил Бочкало, хвалите имя Господне, архимандрит Матфей Мармыль, воскресные тропари по непорочных, благословен еси Господи, глаз пятый Киевского распева. Хвали же имя Господне.
невольно задумываешься о существовании неких рифм в нашей истории. Если в конце 19-20 века, в начале, регентом номер один Лавра был Нафанаил или Монах, то, конечно же, равнозначные ему фигуры в конце 19-го, начала, ой, в конце 20-го, начале, простите, 21 века был регент номер один архимандрит Матфей Мармыль. Нужно сказать, что ему принадлежит огромное значение в возрождении певческого искусства Лавры. Мы уже об этом говорили. Самое главное, он, по сути, пополнил современный певческий репертуар. Будучи членом синодальной богослужебной комиссии, архимандрит Матфей принимал активное участие в составлении служб новым канонизованным святым. Также для хора отца Матфея и в содружестве с ним были созданы отдельные песнопения и службы погребения Пресвятой Богородицы, последования царских часов Рождества Христова и утренней Великого Петка. Вместе с отцом Матфеем были созданы также песнопения к службе памяти тысячелетия крещения Руси. Ну а нотные сборники песнопений, составленные отцом Матфеем, являются своеобразной настольной книгой для многих певчих и имеются ныне во многих православных храмах и монастырях Русской Церкви, а также и зарубежья. С одной стороны, это нотные сборники, которые продолжают ту самую традицию русской синодальной школы начала 20 века, ну а с другой стороны, конечно же, свидетельствуют об обогащении некими новыми современными традициями, связанными и с развитием клиросного пения в Лавре, и, конечно же, с познаниями, тезаурусом самого отца Матфея. Наша программа продолжит фрагмент службы утренней Великого Петка, возложение архимандрита Матфея Мармыля. «Аллилуйя, тропарь, егда славнее ученицы, глаз осьмы киевского распева. Диакон Сергий Трубачев, антифон номер 15. Несь висит на древе, неяко иудеи празднуем, и крест твой, Господи». Thank you.
сотрудничестве, или, лучше сказать, в соборном усердии вместе с Матфеем Мармалем трудился и диакон Сергий Трубачев, или Сергей Засимович Трубачев. Нужно сказать, что он сам говорил о том, что в его жизни он несколько раз ощущал незримое заступничество преподобного Сергия. Первый раз – это когда семья репрессированного архангельского священника Засимы вынуждена была ютиться у своих родственников, потому что никто им не предложил уют, в Сергиевом посаде. Это был первый знак судьбы. Вторым знаком от Сергия, он посчитал, был знак, когда он во время войны, а он служил в 1943 году, попал, да, нечаянно грузовик дал задний ход под колеса, прямо под колеса. Все считали, что он умер, но он чудом выжил. Случилось это на день памяти Сергия Радонежского, 25 сентября. Он считал, что это тот самый знак. Ну и, наконец, третий знак его судьбы, после которого он считал, что он просто обязан в Сергиевом посаде оказаться, это была его женитьба. Его супругой стала дочь Павла Флоренского, того самого мыслителя, священника, который неразрывно был связан с Лаврой. Это произошло в 1946 году. И нужно сказать, что Ольга Павловна была настоящим супругой и идейным вдохновителем очень многих промыслов самого Сергия Трубачева. Дальше весьма успешно складывалась, казалось бы, его светская карьера, прежде всего педагогическая. Он известен многим был в Москве как удивительный дирижер, преподаватель. Он преподавал очень долгое время в Гнесинском, тогда педагогическом институте, ныне это Гнесинская академия, на кафедре оркестрового дирижирования. В 60 лет, конечно же, стал профессором. И вот здесь для многих его коллег случилось странное, они недоумевали, потому что, казалось бы, вот пенсионный возраст, и он, никто его, собственно говоря, не уговаривал, уходил, напротив, карьера только двигалась, а он решил уйти. Он поселился уже до конца своих дней в Сергиевом посаде. Сначала под предлогом открытия музея Павла Флоренского, в котором очень долгое время был экскурсоводом, ну а потом началось то удивительное сотрудничество. Сотрудничество с Матфеем Мармалем и Славским хором, для которого он написал огромное количество и гармонизации, и авторских сочинений. И нашу программу сейчас продолжит как раз сочинение диакона Сергия Трубачева. «Кандак Рождества Христова Дева Несь. Слушай, сын народа, рождай.
Кто и разлучит
программа продолжит сочинение еще одного композитора, выпускника синодального училища, композитора начала 20 века Якова Александровича Чмелева. Итак, Яков Чмелев, «Одевайся светом, яко ризовым». Стихира на литии на Богоявление. Солист Алексей Кошелев. Но самый большой сон мучеников дало трагическое 20-е столетие. Только за один год Великой Чистки, 1937 и последующий за ним 1938 год, которые были самыми страшными для духовенства мирян, только вслушайтесь, сколько было репрессировано? 200 тысяч человек и 100 тысяч казнено. То есть, по сути, был расстрелян каждый второй священнослужитель. Но православная церковь оказала великое духовное сопротивление и с истовой верой, верностью, самопожертвованием прошли и закончили духовенство миряне свой земной путь. Подвигу новомучеников и исповедников посвящается служба,
который вот уже 13 лет, 2002 года, ежегодно совершается в день убиения одного из первых священномучеников, митрополита Киевского Владимира, 25 января по юлианскому календарю. Да, разрушение, репрессия, гонение прежде всего приняла на себя и Троица Сергиева Лавра, которая, как известно, с 19 по 46 годы просто перестала существовать как обитель. Но моление игумена земли русской Сергия Радонежского Лавра снова возродилась и продолжает существовать. Все, что потом происходило, лишь Лавру делало сильнее, осада мимо проходила, ведь Сергий сам молился в ней, и его мощи исцеляли, кто слеп был, в лаве прозревал, и веру в Господа вселяли в тех, кто святого призывал. Колодцы там святой водою питают братью с тех пор, как Сергий узенькой тропою прошел сквозь тот дремучий бор, сметнувшись в небо куполами, и синеву его впитав, столетний сон колоколами взывает множеством октав. Тот звон плывет по поднебесью, и, выступая с облака, уносит благостную песню с собой в грядущие века. В завершение нашей сегодняшней программы прозвучит архимандрит Матфей Мармыль, фрагмент из службы новомученикам и исповедникам российским, стихира «Отчаяние и смы жития ради» и кандак новомученикам и исповедникам российским «Глаз третий подобен Дева Несь». Солист протодиакон Олег Дроздов. Thank you.
Саратовской метрополии регент Александр Занолин. Уважаемые слушатели, напоминаю, что следующая встреча с этим коллективом, с программой «За царя, за родину, за веру», песни русского воинства, состоится 26 апреля. Приходите, мы будем вас ждать. Всего вам доброго. До свидания.